Итак, менее 3 часов остается до телеобращения Владимира Путина, в котором речь пойдет об изменениях в пенсионной системе. Трансляция на Первом канале начнется в 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такой формат глава государства выбрал, чтобы подробно высказать свою точку зрения, учитывая остроту темы. Представленный правительством законопроект коснется и тех, кто уже на пенсии, и тех, кто только готовится к ней. Программа долгосрочная, дискуссии на всех уровнях и во всех регионах идут несколько недель. Ранее глава государства говорил, что изменения в пенсионной системе назрели давно. Но решение, подчеркнул Путин, должно быть справедливым и взвешенным, с учетом интересов людей. Госдума в июле одобрила базовое положение документа. В конце сентября – второе чтение. К этому моменту уже должны обсудить поправки.